Подъем, солдаты! Через полчаса всеобщее построение на взлетной площадке. Быстрее! Дозвольтесь, пожалуйста. Сержант Зурба Просонтов Павлович, 184-й батальон отрядного льва на борту первой двери. Становись! Равняйся! Смирно! Равнение на середину! Товарищ майор, личный состав боевой бригады количества 24 человек по вашему распоряжению было построено, а старший боевой бригады старший сержант Гербов. Здравия желаю, товарищ солдаты! Здравия желаю, товарищ майор! Вольно? Вольно. Итак, всем слушать информацию. Дело серьезное, солдаты. 6 недель назад корпорация Вэлан Тутани потеряла контакт со светским центром на планете LV-1201. Также от наших сограждан, работающих в корпорации, поступило сообщение, что в колонии действует террористическая деятельность. Кто именно устраивает там, точно сказать не могу. Не хватало мне еще региона справедливости. В общем, это не важно. Задача такова. Мы – единственная надежда на спасение своих сограждан. А мы – колониальная сила Российской Федерации, своих не бросаем. В течение часа мы отправимся на спасательную операцию. Вопросы есть у кого? У нас правила обязанности все те же. Мурада, я не понял, ты чё? Еще вопросы будут? Есть. Разрешите обратиться к товарищу майору. Разрешаю, товарищ Поманин. Товарищ майор, что нам делать с иностранными гражданами? То же самое, что и с нашими согражданами. Вас понял. Еще вопросы будут? Внимание всем солдатам, приготовиться к операции, мы начинаем. Это очень хорошо, что мне порекомендовали тебя. Мне сказали, что ты специалист по иностранным языкам. А где заканчивал и какими ты языками владеешь? Разреши поинтересоваться. Помимо чеченского и русского, я в совершенстве владею турецким, арабским и в совершенстве хорошо знаю английский язык. Я заканчивал институт современных знаний имени Широкова в Минске. Отлично, джигит наш. Английский нам ты нужен. Сынок, ради твоего Аллаха. Пообещай мне, что геройствовать не будешь никакой ерунды, никаких подвигов. Не опозорь честь своего воинствующего народа. Я доверяю тебе больше, чем даже тому же Грибовскому, который младше тебя на несколько лет, но старше по званию. Помогай ему и подчиняйся ему согласно уставу. Докладывай обо всем, что видишь, чтоб я знал о дальнейших действиях. Вопросы есть? Никак нет, товарищ майор. Вот и хорошо. Приступай к работе. Так точно, товарищ майор. Лена, ты где на пилота училась? В летной школе, разумеется. Верхом на Пегасе умеешь? Тут тяжелее летать, чем в центре урагана. Посадочного маяка почему-то не было. Корабль то и не остался. Только стабилизатор починить это. Но я сейчас все улажу. Так много вызова для подгруды. Итак, бойцы колониальной пехоты Российской Федерации. Булки сильно не расслабляем. На этой планете все, чего можно помереть. Раздеемся на 3 группы. Команда 1 и 5, отправляйтесь в комплекс, включите энергию и найдите гражданских. Так точно, товарищ старший сержант. Команда 3 и 6, найдите управление безопасностью, также не забывайте гражданских находить. Так точно, товарищ старший сержант. Команда 2 и 4, отправляйтесь на посадочную площадку, почините радар, также включите маяк для посадки, чтобы мы смогли поставить корабль куда положено.
Так точно, товарищ старший сержант. Бекташева, майоров и Степчук, остаетесь с нами, пока не починим звездолет. Эти сраные двери. Делись, серый, прикрывайте сзади. Как прикажешь, сержант. Шаталь, ты меня слышишь? Что происходит? Связь с нашим городом.
серые. Денис, читай, вы меня слышите?
работа, товарищ Субаев. Теперь нам надо найти ближайший центр защиты и попробовать ее восстановить. У тебя получится? Я постараюсь. Товарищи Меладзе, Кукушкин и Оцелич, ваш старший отряд и наше спасение надежда выжить. Берите с него пример и будьте им горды. Как меня поняли? Так точно! Что за бог? Подожди!
Катя, что там у тебя происходит? Астахирулла. Лови первого Катю. Давай, давай. А, шайтан. Кто вы такие? Я уже в пути. Не герой свой. Мы и так ноги унесли, это, мать его, не кино. Хотите бежать, бегите, но я без Кати никуда не уйду. Товарищ Зубарь, я приказываю вместе со всеми подделать комплекс. Я не хочу идти и вас запереть на уголы. Делайте, что хотите, а я сделаю то, что должен. Удачи. Thank you.
отчитываться по статье 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Ставление в опасности». Неудивительно, что вы уже лишились две бригады. Хотя я уже иду. Амдуля, брат, Маша, наконец-то, они все погибли, Тихо, успокойся, все хорошо, Альхамдуля, успокойся, брат, тихо, Альхамдуля, ты живой, где остальные? Они все мертвы, брат, Помарин, Зайцев, Катя, Баркинсон, мертвы. Катя еще жива, она где-то рядом, мы ее вытащим. Брат, надо уходить отсюда. Уйдем, но я не брошу Катю. А Хапкин и Мерген наверху, они мертвы. На стене соплями их ними висят. Заберем Катю к машине. Но я несколько видел, а что? Близко не подходи к ним, там скорпион-паразит. В лицо мне чуть один не прыгнул. Я полагаю, они что-то нам в организм передают.
слабо. Сейчас, погоди. Тихо, тихо, давай. Еще будет. Плохо. Катя, 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 все хорошо. Тихо, тихо, успокойся. Обещай спасти наших. Клянусь Аллахом, я освобожу всех. Ты нарушил мой приказ. Посмотрим, как ты будешь отвечать на трибунале, товарищ Зубаев. Тоже будете отвечать. Мне здесь морсин... Рассорится. Раз ты такой смелый, слушай мой приказ. Наша задача — добраться до капсул Вейлад-Ютани. Проезд делится на 4 секции. Секции закрыты дверями. Твоя задача — обеспечить нам проезд. Для подмоги можешь взять себе свой отряд. Так точно, товарищ старший сержант. Ну что ж, пожелаем вам удачи. Да поможет вам Господь. На этом пути. Удачи вам, мужики. Берегите себя. Может сидеть в будке. А что у всех сидит, в том числе у Наумова? Брат, успокойся, все нормально. Да не переживай за этого мудака.
Они никогда от нас не отстанут. А чё думал, в сказку попал? Стан, они рвутся. И какие наши дальнейшие действия, товарищ сержант? Садитесь в этот бронетранспортер и подъезжайте к следующим дверям. Дальше я пойду это один. Это безумие, Аслан. Мы не можем тебя оставить одного. Прости, Серый, но я больше не могу рисковать с людьми. Я справлюсь. Ну, раз ты такой безбашенный, еще и наш начальник. Удачи тебе. Серый, я справлюсь. Я не буду один. Со мной будет Аллах. Да поможет тебе Аллах. Ты разъехал, да, брат. Аллах, не покидай меня. Этот мир полон страшных испытаний. Прошу тебя, не оставляй меня в трудную минуту. Амин. Бисмиллахир рахманир рахим. Я захожу в сектор 3. Уже открываю. Этот калибр мне не подходит. Я нашел одного человека, он люк чистит. Мужик! Ты чё, глухой, что ли? Я тебя зову! Ты шайтан!
Неужели опять придется лезть? Ладно. Смирно. Сержант Зубаев, выйти из строя. Есть. Что ж, товарищ сержант, будете переводить то, что они говорят? Так точно, товарищ старший сержант. Welcome to forward observation pods. You took down our defense grid. Систему защиты. Мы ничего не разрушали. Ваша корпорация решила, что нам не нужны полные сведения о ваших протоколах охраны. We didn't take anything down. Your corporation decided we didn't need the complete details of your security protocols. We made alterations. You can never be too safe. Мы внесли изменения. Вы никогда не сможете быть в полной безопасности. Наши солдаты готовы в любой момент обеспечить безопасность для наших и ваших сограждан. Our soldiers are ready at any moment to ensure the safety of our and your fellow citizens. You're too late. We've repaired what can be repaired.
Six of my men died today. Вы опоздали. И восстановили все, что смогли восстановить. 6 моих человек сегодня погибло. Примите наши соболезнования. We are sorry to hear that. Но ситуация же под контролем. But the situation is contained. We're still assessing the situation. The pods are intact, but we have teams in the field for biological and archaeological research. Мы все еще оцениваем ситуацию. Капсулы безопасности. Но у нас есть команды для биологических и археологических исследований. Даже после того, что произошло в ПОС? Even after what happened in the POC. This facility is self-contained. With security running properly, we're perfectly safe. Besides, we've wired the tunnels with charges. We can seal them remotely in case of contamination. Этот объект является автономным, с надлежащей надежной охраной. Мы находимся в полной безопасности. Кроме того, мы проложили в тоннелях заряды. Мы отдаленно их скрыли на случай заражения. 3 teams still haven't reported. You may have killed more than we know. 3 команды еще не сообщила. Возможно, вы убили больше, чем мы ожидали. Мы сделаем все возможное, чтобы их вытащить. We'll do whatever we can to get them now. We should move inside. Мы хотели бы восстановить связь с нашим кораблем. We'd like to establish with our communication link with our ship. I'm afraid the landline was set. Боюсь, линия освещения была разорвана, когда здание было захвачено. Мы установили вспомогательный передатчик в тоннелях с вашего одобрения. Мой подчиненный сержант Зубаев сможет модифицировать ваше программное обеспечение, чтобы использовать наш передатчик в связи с нашим кораблем. Также нам нужно обеспечиться боезапасами и транспортом. We have installed an artillery transmitter in the tunnels with your crew. My subordinate, Sergeant Zubaev, can modify your software to use our transmitter to communicate with our ship. And we also need to provide supplies and transport. Of course. Если вы бы могли одолжить ваш терминал, if you could let товарищ Зубаев здесь может выполнить свою работу. Zubaev он рядом мастер. Perform the role. Technician Styles, please take this gentleman to the control deck. Assist him in any way necessary. Isolate the Marines' communication channels. We don't want them asking embarrassing questions of pod personnel. You prepared the rosters? Yes, General. Will it hold up to investigation? Without bodies, who can prove where they died? In the tunnels, as we'll claim, or 6 weeks ago in the POC? We do what we must. Go then. Down that corridor on your right. Bear left at the junction. It's at the end of the hall. Передатчик протоколу. Доступ заблокирован. Доступ передатчик связи, пожалуйста. Товарищ майор, вы меня слышите? Это сержант Зубаев. Желаю, товарищ сержант. Отказано в доступе. Сбросьте основной транспортный маршрут на бустерный протокол V-291. Авторизация доступа включена. Входящее сообщение. Списки изменены. Шайтан. Что у вас за техника тут такая? О, ассаламу алейкум. Do you speak Russian? I believe we have a problem in the transmission line. You'll need to interface with the root system. Please follow me. It would take a cunning man to disable our security system. Yeah, I agree with you. But my task is to ensure communication with my comrades. So that I can provide assistance to both our and your people. With the help of Allah, we will succeed. I will keep my word. I like brave men. Really? Men like my fiancé, Dmitry. You're fancy? Mm-hmm. Mashallah.
Is he here? He is gone. He was outside the pods when the system went down. A casualty. I really thought to hear that. Yes, of course. I understand. I will be there soon. Okay, thanks for help. It's been a while since we have seen Neo Blood here. Что? Где я? You are Russian. Mm-hmm. And I'm from Canada. You just come out of cold sleep. What time for? Что? What crime were you convicted of? I'm not combat. I'm soldier. Sure. And I am innocent. I've got gignan here. Attention security. Please escort convict number 16 to prep room B. That's you, boy. You must be really pissed somebody off. Out of the prison and into the flying pan. It's too bad we didn't have more time to get clean. Yeah, me too. No sedative for this one. Yeah, okay. Want me to let you know when it's done? No need. I will be in the observation room. The guards alone. Bastards. They getting snobby lately. Math of the mouths of other things. No mistakes. Already, we still have a bug running around somewhere on level 12. Goddamn Russians. Have the results on the test group yet? Cybernetic rejection is down 4%. Slow and steady wins the race, right? At least it's improvement. That's human ingenuity for you. Is it? What do you mean? I hear this gear's derived from artifact technology. Where'd you get that rumor? What if we're misunderstanding what it does? We could be putting ourselves... Yes. Coming along nicely. Testing pheromone sample 415. Sample collected during specimen 4A number 40. Introducing pheromone now. Specimen reacts with increased hostility and aggression. Reducing pheromone now. Oh.
For a minute. They can smell you, you know. You can't hide from them. Carl! You have to admire them in a frightening sort of way. Это не мальчик на побегушках. Почему я? Потому что у тебя есть шанс доставить его. Когда доставишь мне документ, мы поговорим о твоих людях. Ну, то есть о твоих сослуживцах. А могу ли я тебе доверять? Thank you.
взял. Out, wherever you are.
концы. Ты еще кто? Ты женщина? Мне очень трудно сказать, что в данный момент сейчас происходит. И где в данный момент твой отряд? По-моему, здесь. Но почему? Отправьте меня туда. Туннель запечатанный, тебе туда не пробраться. Ладно, а есть другой выход? Есть один путь, но тебе нелегко будет туда пробраться. Я ничего не боюсь. Я боюсь только Аллаха. Твой отряд в опасности. Доктор Айзенберг отправил их на верную смерть. Они вот-вот окажутся в лапах ксеноморфов. Говори координаты, куда ехать. Хорошо, а теперь скажи, почему сюда? Что это за местечко? Прими мои соболезнования. У меня брат по крови погиб. Его звали Шатай. Он отдался на жизнь. Прими мои соболезнования. Мой брат был образцом человеком. Он никогда не делал ошибок. Все ошибаются. Такова воля Аллаха. Может быть и так, но его убили. И у меня есть доказательства. Это то, что в диске? Как твоего брата звали? Его звали Владимир. Исследования Владимира были сосредоточены на генетической модификации генетики человека. В основном использовали заключенных. Эксперименты были очень отвратительными. Я должна была помешать, когда он сюда устраивался. Ну что я тебе скажу? Совсем не уследишь. Все хорошо? У меня все хорошо, Альхардуль. Рад познакомиться.
бы активизирую генератор безопасности. Товарищ старший сержант, у меня сигнал. Очень ясный, очень близкий. Прекрасно, двигаемся дальше. Блять, у меня опять сигнал.
Серегу убило. Не шуми. Где остальные? Я не знаю, где остальные. Мы потеряли друг друга. Дальше. Отсюда.
My lord? My lord? Смешно вам, черти? Зовут как? Касимов Алибек. Родился в Алматы. Родился 23 октября 2185. Брат, звание капитан. Служил в мотострелковой дивизии. Кто твой хозяин? Рабды, мой хозяин. Он моих победил. Кто такой твой Рабды? Что это за шайтан такой? И сколько вас? Что тут делаете? И правду мне говори. Ларасы, планетаны. Божинтары, Йоджаклар галактиканы нулы, жарысы. Брат, их не победишь, они сильнее нас. Во всем, они могут уничтожить нашу землю. Твой хозяин и его собратья мне не страшны. И шайтаны, которые здесь обитают, тоже мне не страшны. Я боюсь только Аллаха. Понял? Брат, пожалуйста, не умоляй, не убивай. Убивай. Сука. Пойдешь со мной нахрен. Посмотрим, какой ты герой. Виолетта, ты меня слышишь? Зубаев, я тебя слышу. Слава богу, я думал, тебе конец. Что случилось? У меня хорошо, альхамдулилля. Да вот я попал в переделку. У меня тут был конфликт с каким-то Рабды. Что это шайтан?
знать еще, кто с тобой. Это теперь мой раб. Будет меня прикрывать. Элит, скажи, пожалуйста, ты что-нибудь знаешь об этой инопланетной расе? Как вы там их называете? Скажу откровенно, я не сильно владею информацией об этих созданиях. Мне только известно, они занимаются охотой на людей и на ксеноморфов, а еще они похищают людей. Только я не знаю, с какой целью. Диск у тебя? Нет проблем. Пошел!
Remember, Marines, do not abandon the own. We stick together. If you die, this will be honor. Yes! Allez-vous, Ahmad. Ali Erika, you come with me. Yes, sir. Right front corner. Got the elevator. Movement 10 meters. He's dead. Thank you.
wait with you. Come fly with us. You deserve more than respect. You saved my life. You are my hero. Sorry, sister, but I can't fly with you. Why? What if your people die? No, they're alive. I would like a husband like you. Sorry, Erika, I'm married. I must to save my team. Inshallah. I take it. Of course. I need an exoskeleton. Violet told me to get an exoskeleton. There is him. Thank you for helping. I'm high full to my earth, to my homeland. And I will not betray my own. Goodbye, Harrison. Goodbye, Ali. Goodbye, Erika. Goodbye, Ralph. Well, goodbye, our friend. Goodbye, soldier. Goodbye, my hero. Я получила сигнал, но он слаб. Виолетта! Я сделала небольшое исследование. Я предоставлю тебе координаты для обхода. Это лучший способ найти твою команду. Согласно карте на ее схеме показана площадка для аварийной посадки. Сможешь туда добраться? Всему свое время, Зубайл. Сначала двоим, потом я. Я заберу тебя, Виолетт. Клянусь Аллахом. Спасибо. Готовишь план побега, да? Да. Вниз по главному лифту, на дно пещеры, через врата и вверх, на лифте, и на вспомогательную площадку. Я доберусь туда за 10 минут. 10 минут? Легко. Я надеюсь, ты диск не потерял? Да, он у меня. Отлично. Я свяжусь с тобой позже. Thank you.
Лето. Аслан. Амина. Пусть Аллах бережет тебя.
Я задержу! Где ты, шайтан? Иди сюда, давай, схвати меня! Виолетта, ты меня слышишь? Прием. В порядке? Альхамдулилля, мы сделали это, Виолетта. У нас получилось. Ты где? Передашьте Зака за моему отцу. Сама его передашь, давай выходи. Не стоит этого делать, поспешите. Ля, о чем ты говоришь? Виолетта, мы уже подлетаем. Нет времени. Не сдавайся, Виолетта. Ты меня слышишь? Это место уже не спасешь. Я не позволю. Что бы ты там ни делал, остановись. Иди нас около площадки! Сумаев, это твоя фамилия. Могу узнать твое истинное имя. Аслан. Прощай, Аслан. Виолетта мертва. Виолетта? Виолетта! Так, хлопцы, сейчас будем...